Группы, участвующие в кампании за выход Великобритании из ЕС, собрали больше пожертвований, чем их оппоненты. Об этом свидетельствуют данные Британской избирательной комиссии. С 13 мая по 9 июня сторонники Брексита получили в виде наличных и кредитов 3,6 миллиона фунтов, это 4,6 миллиона евро, а сторонники Евросоюза 2,9 миллиона фунтов. Более того, избирком публикует эти данные с 1 февраля, и все это время евроскептики лидируют. Сумма включает в себя государственный грант. Стороны получили на агитацию перед референдумом по 600 тысяч фунтов каждая.